Дорогие друзья, у нас открывается экспедиция, которая называется «Страна рифов», да, которая организована по линии Министерства обороны, Министерства образования Российской Федерации и нашим университетом, Московским технологическим университетом. Цель экспедиции – организовать все силы для исследования нашей истории, поиска подводных затонувших кораблей, поднятия их и увековечивания имени героев нашей страны. В экспедиции принимают участие студенты МИРА и военной кафедры. Значит, это район исторически очень важный, потому что здесь проходил древнейший торговый путь. Один из важнейших портов Финского залива находился как раз в реке Нарове. Поэтому при подходе к нему погибало довольно много кораблей на мелях. Экспедиция называется «Мир рифов». Как раз в этих рифах эти корабли и погибали. Это очень интенсивные бои в 1944 году. Весь залив был перегорожен немецкими минами, и на этих минах погибали как советские корабли, так и немецкие. Вот, три советских корабля найти удалось в ходе предыдущей экспедиции. В этой экспедиции мы нашли пока один немецкий корабль. Надеемся, будут еще успехи. Желаю всем хорошего дня. Ждет вас успех. Дело благородное. Вот, приятно иметь с вами дело. Тот, которого обнаружили? Нет, тот, которого обнаружили. Километра 3-4. Более того, что расположение где-то, наверное, сейчас у них получается. Вот это Тисколовская, Кононовская, где Тисколова, вот здесь Кононов. Для лодки они вставали как раз недалеко от Нужна вашего стационара. Ну, сейчас, конечно, не знаю, удастся или нет, так сказать, сейчас. То есть, в принципе, это возможно, так сказать, но вряд ли вам будет. Какая у вас скорость, на что 30 узлов, поэтому перейти в 2 часа. Здесь не было боев в 41 году, не было боев в 42 году. Бои вот в Нарском заливе начались в 43 году. Мы нашли три кораблика, которые мы тут погибли. Так, два, а третий, ну, предположительно, который погибли в 43 году. И потом здесь были очень сильные бои, трехмесячные фактически, в 44 году. Погибло, ну, там больше 20 наших кораблей, в основном небольшие, там тральщики, бронированные морские охотники их прикрывали. Здесь тралили фарватеры и соответствующим образом их бомбили немцы, наша авиация. Здесь довольно много же самолетов. И немецкие корабли здесь погибло. Ну, порядка десятка. Потому что топили корабли, которые с запада контролировали минные поля. Thank you.
Дрейф у нас по 2 узла. Далеко от точки. Ответ, ну какой не будет. 0,1 миля. Видите, в чем все дело, что мы же знаем, ну как бы явно упрощенную историю, да? А на самом деле, когда так разговариваешь с историками и материал изучаешь, не все так просто, как написано в учебниках. То есть на самом деле вот история, она выглядит не совсем так, как ее пишут, ну, писали, по крайней мере, вот в учебниках, когда мы учились, так сказать, да? Нет, ну это я бы хотел... А, и сейчас вот подводная археология, ну, как часть новых данных, так сказать, другие данные, они несут совершенно другую историю.